Что подарить мужчине? Наверняка многие представительницы женского пола задаются этим вопросом в преддверии Дня защитника Отечества. Чтобы облегчить им задачу, мы решили спросить у мужчин, что бы они точно не хотели получить в подарок на 23 февраля. Ну, какую-нибудь мелочь, ничего такого не надо. Для меня любую устроить, главное же внимание. Ой, я не знаю даже. Я бы бритвенные принадлежности. Носки, наверное, что самый распространенный обычно идет. Ну, какой-нибудь там банальный, обычный такой. Мне все понадобится. По информации интернет-опросов, список самых нежелательных подарков возглавляет набор для ухода за кожей. На втором месте носки и галстуки. Далее свитер, белье, ароматизаторы для машины, мягкие игрушки и сувениры с приколами.